Друзья, всем привет! Я Рома, ваш контркультурный гид. С некоторого времени я подметил в соцсетях странную тенденцию. Будто бы сговорившись, люди начали продвигать идею, дескать, плохой мозг не существует, главное, чтобы оно тебе нравилось, нельзя осуждать за свои вкусы и прочие ко-ко-ко и кукареку. Поначалу это выглядело как странное юродство, но со временем, благодаря различным, так сказать, инфлюенсерам, например, вот этому персонажу, идея о том, что любой музон по умолчанию крутой, словно вирус, заразила множество людей. Сейчас я расскажу вам, что же тут не так и почему этим уникумам стоит подлечиться. Кстати, этот же умник порекомендовал мне не просить зрителей поставить лайк и подписаться на соцсети в самом начале ролика, так что о своих модных телеграм-каналах я расскажу лишь в самом конце. Чтобы не терять ваше время попусту, сходу отвечу на заглавный вопрос. Итак, существует ли плохая музыка? Мой ответ – да, существует. Здесь самые чувствительные уже могут убегать в слезах, так как далее я приведу весьма убедительные аргументы. Ну а адекватно умеющий в дискуссию, пусть смотрит до конца. Будет интересно потом послушать ваше опровержение. Так, поехали. Друзья, не поверите, пью воду! Еще больше вас удивит тот факт, что эта жидкость состоит всего лишь из двух атомов водорода и одного атома кислорода. А на вкус совсем не кисло. Между прочим, вода также содержит и другие вещества. Так что, попивая этот чудесный напиток, вы получите много полезных минералов. Витаминов, если что, здесь нет. Главное, пейте натуральную чистую воду, а не газировки, которая одна сплошная химия. Но вода это не только бесцветная жидкость с нейтральным вкусом. Залив на ночь холодной водой молотый кофе, вы получите cold brew, который штырит не хуже ягуара. А водяным паром можно, например, гладить постельное белье. Правда, не знаю зачем, но такой вот фигней занимаются некоторые сказочные люди. И таких способов применения масса. Думаю, самые догадливые телезрители уже поняли, что без воды и не туда, и не сюда. Берегите воду. Главный аргумент, на который напирают все адепты церкви хорошей музыки, это, собственно, то, что любая музыка хорошая по умолчанию. То есть, если она нравится людям, значит, в ней что-то есть. Звучит вроде бы здраво, но упускается важный момент. Любое творчество не существует в вакууме. Оно создается для того, чтобы другие люди оценили результат. И эта оценка может быть как положительной, так и отрицательной. Отсутствие оценки означает лишь одно. Ваш труд никому не интересен. Любому продукту творческой деятельности можно применить качественные характеристики и, соответственно, по достоинству его оценить. Причем не только отдельные произведения, а и целые жанры. Логично спросить, а как оценивать музыку, чтобы отделять хорошую от плохой? Здесь все довольно просто. Для оценки я использую диаграмму в виде трех пересекающихся кругов-качества. Первый кружок – богатство аранжировки. Проще говоря, насколько разнообразно это звучит в плане мелодий, ходов, музыкальной и вокальной части. Второй кружочек – художественная ценность. То есть, насколько глубоки заложены смыслы, а также есть ли положительный вклад в развитие культуры и позитивное влияние на общество. Звучит довольно пафосно, но далее вы поймете, что к чему. Третий круг – новизна или необычность. А именно, насколько оно отличается от других похожих по духу явлений, неважно в текущий момент или безотносительно времени. Посмотрим самый нижний уровень, то есть песни. Чтобы отнести наш объект оценки к условно хорошей, она должна соответствовать как минимум двум этим критериям. Если песня попала в самый центр, она не просто хорошая, это не тленка! Ну а отсутствие пресечения означает, что это тупо мусор, недостойный внимания. Возьмем, к примеру, розовое вино Элджея и Федука. Давайте сперва освежим этот трек в памяти. Здесь так красиво, я перестаю дышать, звуки на видимо, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, ноги от цветов со льдом в наших стаканах. Что по аранжировке? Согласитесь, бит даже спустя столько времени после релиза звучит очень стильно и разносторонне. Он одновременно воздушный и упругий, а темп на протяжении песни сменяется от доброго до медляка и обратно. И это смотрится аутентично. Вокалисты, несмотря на специфический бундёж Элджея, гармонично дополняют атмосферу и не вызывают отторжения. Новизна.
В свое время «Розовое вино» просто сорвало чарты своим необычным слиянием хаоса и репа, став шаблоном для эпигонов. Ставь Луис, если знаешь это слово. Увы, художественная ценность тут невысока. Текст раскрывает не самые благополучные семейные отношения, звучит в целом банально и упоминает в положительном ключе сомнительные действия вроде употребления запрещенных веществ, что, безусловно, не круто. То есть песня, конечно, хорошая, но к шедеврам я бы ее не относил. Кстати, специально вставляю сюда оригинал песни, так как боюсь, что за его использование прилетит страйк. Поп-исполнители помышляют таким очень любят. Такой подход, напомню, можно применять не только к конкретным песням, но и к музыкантам, даже целым жанрам. Посмотрим печально известный кальянный реп. С аранжировками тут все бедно. При достаточной сноровке клепать биты можно без каких-либо музыкальных познаний, просто подбирая сэмплы на слух. Миллионы гайдов на замедленном ютубе это подтвердят. Художественную ценность, честно говоря, обсуждать нечего. Межполовые отношения, красивая жизнь и всякий там позитивчик. Вот три кита, точнее, наверное, будет сказать, три планктона, на которых держится этот жанр. По поводу необычности можно разве что отметить то, как необычайно быстро ощущается падение IQ при прослушивании, сгубляемое гнетущей атмосферой кальянных и специфическим эффектом от вдутия калика. Ауай-ауи, там-там-там, там-там-там, ай-ау-ауи, там-там-там. Эй, ну давай-ка, подпиши скорее и не стесняйся оставить комментарий. Неприятно тебе, не напряжно, буду благодарен, для меня это важно. Кстати, у меня есть телеграм-канал, и чекни скорее, там очень прикольно. Топовый контент для крутых эрудитов, будешь самым умным среди троглодитов. Или вот Егор Летов. При том, что я крайне прохладно отношусь что к его личности, что к творчеству, тем не менее не могу отрицать, что в два кружка он точно попал. Художественную ценность и новизну. Увы, насчет богатства аранжировок, пожалуй, промолчу, дабы не ранить хрупкую душевную организацию поклонников Летова. Попробуйте на досуге применить эту диаграмму к вашим любимым песням или музыкантам, а я продолжу. К сожалению, в музыке есть явления, к которым такой подход не применим, так как они являются чистой воды злом. Например, есть такая странная тусовка, назовем ее говнорейверы. Это когда чуваки просто подчистую тырят чужие песни, лепят сверху пердящий бас и прямую бочку, добавляют затюненный вокал с абсолютно безмозглыми текстами, и появляется типа новый модный трек. Подробно об этом рассказывал Андрей Ганц, а.к.а. Грибочек. Но потом он почему-то снес тот ролик, так что я, пожалуй, тоже не буду их упоминать, дабы не форсить. Лучше вспомним продукцию былинного интернет-лейбла Popsa Call Records, которым управлял некто Епифаний Кукуев. Да, именно управлял. В 2016 году, по неизвестным причинам, лейбл был закрыт. Похлопаем этому событию. Но мы отвлеклись. По моему мнению, чудовищные релизы Popsa Call Records не должны существовать в принципе, потому что они несут в себе ничего, кроме деградации, ненависти, оскорблений и бредовых идей. «Елка ебливая и страшная чувырла» — это, если что, не мое утверждение, а название одной из песен коллектива «На 100% отмудоханная бабуля». Или вот «Пиписки Интернешнл» — одно из наименований вокально-инструментального ансамбля «Кровавая соска». Это не самые жесткие примеры. Сами лучше не проверяйте, просто поверьте на слово. Также напомню, что именно на Popsa Call Records выкладывал свои бредни печально известный дуэт «Расчлененная Пугачева», ниже «Академовские маньяки». Их так называемое творчество содержит в себе откровенно зложелательные, гомофобные, садистские фантазии, а иногда и фашистские идеи. Да всегда, да всегда. Закончили они, как мы помним, плохо. Господа сошли с ума и совершили два десятка нападений с применением холодного оружия, убив при этом 6 человек. За что одного из них посадили на 20 лет, а второго вообще на пожизненное. В 2021 году один из маньяков покончил с собой, не выдержав тягот своей никчемной тюремной жизни. Как говорится, земля стекловата. Еще есть такой персонаж, как Аким Апачев. Несмотря на то, что для таких, не хочу называть его человеком, скажем так, субъектов, любое упоминание — это реклама,
все же придется о нем упомянуть. Потому что вы должны знать, это не музыкант, а пропагандист, продвигающий под музыкальной оберткой, к слову, весьма низкого качества, радикальный человеконенавистнические идеи. От прославления войны как явления до призывов к убийствам. Я эти идеи не поддерживаю и надеюсь, что вы, уважаемые телезрители, со мной в одной лодке. Если вам не иронично нравится творчество этого говнорэпера и вы находите в нем что-то хорошее, значит вы людоед и достойны как минимум осуждения. Другого мнения тут быть не может. Сперва не хотел вставлять сюда фрагмент этого психопатического бреда, но в итоге все же переступил через себя, чтобы не выглядеть голословно. Правда, по этическим причинам пришлось слегка отцензурировать исходный материал. Внимание на экран. Вот тебе пивко. И пошли бухать. Всех любить, всех обнять, всех любить, всех обнять. Подпишись скорей. И поставь колойс. А не то, укушу, я сейчас, не шучу. Что, друзья, надеюсь, мне удалось убедить вас в том, что плохая музыка, как и плохой музыкальный вкус, существует. Те, кто не согласен с изложенным, могут оставить свое мнение в комментах. Я всегда готов к здравой дискуссии. Но знаете, смысл ролика не в том, чтобы обосрать чужие предпочтения, он совсем в другом. Зрите в корень. Если же вы подписываетесь под каждым моим словом, то также подписывайтесь на этот канал, а еще ставьте лайк этому видео, чтобы моя гениальная идея разлетелась по всему интернету. Напоминаю, что у меня есть аж два телеграм-канала. Одноименный контркультурный гид, куда я отправляю прикольные заметочки, видеокружочки, и Rubbish Music, где рассказываю о хорошей музыке. Не забудьте про Boosty, где можно оформить подписку и тем самым помочь мне в создании контента. Спасибо всем, досмотревшим до конца, и до скорых встреч на просторах YouTube.